Всем привет! Меня зовут Елена Ермина. Я рада вас приветствовать на своем канале по вязанию крючком и спицами. Сегодня хочу поделиться с вами замечательной идеей. Вот такую футболку. Топ можно связать на любой возраст и любой размер. Данная модель подходит как для худеньких, так и для полных женщин, которые носят размер 60+. Свободного прилегания. Есть небольшой рукав. Вяжется очень просто. V-образный вырез горловины на деталь перед и спинка выполнены. Футболка связана простым легким узором, с которым справится даже начинающая вязальщица. А как он вяжется, сейчас я вам все покажу. И вот такая фотография еще есть. Низ футболки обвязан красивой каймой. В этом видео мы с вами свяжем образец узора. Также я поделюсь с вами всеми схемами вязания. Вот одну схему видите на экране. Выкройка футболки с указанием размеров. Также все эти материалы есть в свободном доступе на просторах интернета. Давайте разберем, как вяжется данная модель. Направление вязания здесь снизу вверх. Вяжете сначала деталь перед, потом деталь спинка. Довязываете до формирования выреза горловины. Определяете длину вот этого отрезка. Это получается у нас глубина выреза горловины. Она может быть разная. Все зависит от размера, который вы носите, и ваших индивидуальных предпочтений. Далее разделили полотно ровно на две части и вяжете левую и правую часть по отдельности. Деталь перед и деталь спинку можно связать абсолютно одинаково, а можно изменить глубину выреза горловины. То есть на спинке можно поменьше вырез сделать, на деталь перед немножко поглубже или наоборот. После того, как связаны две детали перед и спинка, выполняете два плечевых шва и два боковых шва. После того, как вы провели работы по сборке, необходимо закончить работу и обвязать футболку топ по периметру. Обвязывайте горловину, рукава и низ изделия. Обвязка может быть любая, либо обвязывайте по схемам, которые я здесь вам оставила в видео. А сейчас давайте с вами разберем, как вяжется основной узор, которым связана футболка топ. Рекомендации по выбору пряжи я вам оставила в описании под этим видео. Также ссылку на интернет-магазин и свой промокод на скидку, размер скидки 5%. Разворачивайте описание и также смотрите первые комментарии. Всей этой информацией я с вами поделилась. Я буду вязать образец узора крючком номер 225. Пряжа для вязания у меня Alize Diva. Это 100% микрофибра акрил, метраж 350 метров в 100 граммах. Цвет пряжи номер 382. Раппорт узора состоит всего лишь из двух рядов и 6 петель. Для образца мы набираем 10 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Цепочка набрана. И приступаем к вязанию первого ряда. 3 воздушные петли подъема. 1, 2, 3. В четвертую петлю цепочки провязываем столбик с одним накидом. С учетом 3 петель подъема у нас провязано 2 столбика с одним накидом. В следующую петлю провязываем 3 столбик с одним накидом и в следующую петлю 4. 2 воздушные петли. 1, 2. Пропускаю 2 петли цепочки. 1, 2. И в основание 3 петли провязываем 1 столбик с одним накидом. Далее в следующую петлю вяжем 2 столбик с одним накидом, в следующую петлю 3 и в следующую петлю 4.
Раппорт узора у нас 6 петель. В основу раппорта входит 4 столбика с одним накидом и 2 воздушные петли. Приступаем к вязанию второго ряда. 3 воздушные петли подъема и плюс еще 2 воздушные петли. Длина цепочки 5 воздушных петель. Вершину получается вот 1, 2, 3, 4. 4 столбика с одним накидом. Ввожу крючок под косичку, значит под переднюю заднюю стенку. Провязываем 1 столбик с одним накидом. Поверх цепочки из 2 петель вяжем 2 и 3 столбики с одним накидом. В вершину 1 столбика с одним накидом под косичку провязываем 1 столбик с одним накидом. Связали 4 столбика с одним накидом. 2 воздушные петли. Пропускаю, это у нас по счету будут 2, 3 столбики. И вот в первую петлю от столбика в основании этой петли провязываем 1 столбик с одним накидом. Здесь у нас также раппорт узора. 4 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли. И повторяйте раппорт. 4 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли. Все, связали с вами один раппорт узора. Второй раппорт узора вяжется точно так же. Третий ряд – это первый ряд второго раппорта. И я его буду вязать точно так же, как вязала первый ряд. 3 воздушные петли подъема. Поверх цепочки из 2 воздушных петель провязываем 2 столбика с одним накидом. В вершину 1 столбика с одним накидом крючок ввожу под косичку. Вяжем 1 столбик с одним накидом. 2 воздушные петли. Пропускаю 2 столбика с одним накидом. И здесь получается у нас вершину 4-го. Мы провязываем 1 столбик с одним накидом. Поверх цепочки вяжем 2 столбика с одним накидом. Далее, для того, чтобы выровнять край по высоте и по ширине, отступаю 1, 2, 3 в основании 3 петли подъема. Провязываем 4 столбик с одним накидом. Вот так вот очень просто вяжется узор. Вот эти элементы, элемент узора, состоящий из 4 столбиков с одним накидом, они вяжутся в отношении друг друга в шахматном порядке, располагаются. Все очень просто. Здесь вам остается только запомнить один раппорт узора. То есть раппорт узора у нас 4 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли. И все время вот так вот повторяйте. Связали с вами небольшой фрагмент. Узор получается у нас двухсторонний, потому что он с обеих сторон выглядит одинаково. Вяжется очень просто, но со всеми схемами и выкройкой я с вами поделилась. Также эти материалы я продублирую на свой канал, который находится на Яндекс.Дзен. Название канала «Вязание крючком» Елена Ермина. Если вы еще не подписаны, подпишитесь. На канале Яндекс.Дзен я дублирую видео и также размещаю все схемы вязания и другие материалы, которые я показываю в видео на YouTube. Эти схемы можно там будет распечатать. Ссылки на пряжу, из которой вы можете связать данную модель футболки топа, я вам оставила в описании под видео. Также оставила ссылки на крючки, на спицы. И сейчас вас ждет каталог всех моих подробных попетельных мастер-классов, разработанных специально для начинающих. Посмотрите каталог внимательно, выберите любую модель, которая вам понравилась. И в комментариях под этим видео напишите, какой мастер-класс вас заинтересовал и что вы хотите связать, и я обязательно вам отвечу, как получить подробный попетельный мастер-класс по вязанию крючком и спицами плечевых вещей. Каталог мастер-классов. В описании под этим видео и в закрепленном комментарии вы найдете 2 ссылки, где проходят попетельные мастер-классы. Или вы можете, выбрав модель, сразу же в комментариях мне написать «хочу связать». Далее пишите название проекта, и я вам в комментариях отправляю ссылку на мастер-классы. Приглашаю вас связать блузку, тунику или платье. Название проекта «Крокус». «Крокус» вяжется крючком.
По одному мастер-классу можно связать три вещи. Мастер-класс очень подробный, наглядный и состоит из шести видеочастей. Вяжем крокус на любой размер, от 42 до 56 размера. Размеры я указала российские. Жду вас на мастер-классе. Будем вязать вместе. Следующая модель. Вяжем блузку жасмин на любой размер. По одному мастер-классу вы можете связать три вещи. Летний топ, блузку, либо тунику с рукавом 3/4 или длинным рукавом, кому как больше нравится. Видеомастер-класс очень наглядный и подробный. Блузку вяжем сверху вниз, по кругу, без швов. Также в мастер-классе я показываю, как вяжется по кругу каждый ряд узора. Всего здесь три вида узоров. И получается, что мастер-класс состоит из 10 частей. Очень наглядный, подробный, специально разработанный мной для начинающих вязальщиц, которые учатся вязать крючком. Если вам понравилась данная модель блузки, пишите мне в комментариях под этим видео «Хочу связать жасмин». Следующий проект. Приглашаю вас на мастер-класс по вязанию кардигана, жакета. Название проекта «Облака». Интересная модель. Вяжется сверху вниз, реглан, без единого шва, можно связать на любой размер, который вы носите. Пряжа для вязания может быть любая, это может быть однотонного, либо секционного окрашивания, летний вариант и демисезонный. Данную модель кардигана можно носить круглый год. Мастер-класс «Облака» очень наглядный, подробный, состоит из 7 частей, формат видео. Если у вас есть желание связать жакет, кардиган, название проекта «Облака», пишите мне в комментариях под этим видео «Хочу связать облака». И я вам отправлю ссылку на мастер-класс. Приглашаю вас на мастер-класс. Будем с вами вязать блузку. Кофточку, название проекта «Любимка». Эта модель нравится очень многим рукодельницам, и многие уже из вас ее связали. Мастер-класс состоит из 8 частей. Вязание сверху вниз. Здесь я показываю, как вяжется росток, подрезы. В общем, разбираем все элементы вязания. Мастер-класс видеоформат. Наглядный, разработан мной для начинающих рукодельниц. Если вам понравилась данная модель блузки, в комментариях под этим видео напишите «Хочу связать любимку». Не менее очаровательная блузка, которая вяжется крючком, регланом сверху вниз. Название проекта «Белоснежка». Мастер-класс состоит из 6 частей, разработанный мной специально для начинающих вязальщиц. Блузка «Белоснежка» вяжется не очень сложно, можно связать на любой возраст и размер. Она не очень сильно просвечивает. Есть желание связать? Пишите в комментариях под этим видео «Хочу связать «Белоснежку»» и я вам отправлю ссылку на мастер-класс. Замечательная модель под названием «Незабудка». По одному мастер-классу можно связать жакет или кардиган. Мастер-класс очень подробный, наглядный, разработанный мной специально для начинающих вязальщиц. Состоит из 9 частей. Формат видео. Жакет «Незабудка» можно связать на любой размер и на любой возраст. Может быть летний вариант и демисезонный. Все зависит от того, какую пряжу для вязания вы выберете. Модель жакета с вточным рукавом. Модель жакета классическая. Подойдет абсолютно всем. Такая базовая модель должна быть в гардеробе у каждой девушки и женщины. Если у вас есть желание связать жакет «Незабудка» либо кардиган, пишите в комментариях под этим видео «Хочу связать незабудку». Приглашаю вас на мастер-класс. Название проекта «Васильковое поле». Вяжем летнюю кофточку, футболку. Кофточка вяжется крючком на любой размер
и можно связать на любой возраст, так как она не просвечивает. Мастер-класс продуман до мелочей. Идеально подходит для начинающих рукодельниц, которые хотят научиться вязать плечевые вещи. Присмотритесь к этой модели. Мастер-класс видеоформат состоит из 6 частей. Данную модель кофточки свяжет любая начинающая. Есть желание связать? Пишите мне в комментариях под этим видео. Хочу связать васильковое поле. Приглашаю вас на мастер-класс по вязанию летней кофточки, туники, можно связать топ. Название проекта «Великолепный ананас». Данная модель связана крючком. Вяжется она снизу вверх. Круглая кокетка, можно связать абсолютно на любой возраст и размер. Мастер-класс настолько подробный, что справится даже начинающая вязальщица. Мастер-класс состоит из 11 видеочастей. Особенно и настоятельно рекомендую присмотреться к данной модели начинающим вязальщицам-рукодельницам, которые только-только учатся вязать крючком. По одному мастер-классу можно связать 3 изделия. Топ, тунику, кофточку. Название проекта «Великолепный ананас». Также в мастер-классе я показываю, как выровнять низ изделия. Есть желание связать данную модель? Пишите «Хочу связать великолепный ананас». И я вам дам ссылку на мастер-класс. Приглашаю вас на видео-мастер-класс по вязанию универсальной модели, которая подойдет всем. Можно связать на любой возраст, на любой размер. Название проекта «Айсберг». Вяжем джемпер, пончо, крючком. Вяжется здесь модель интересным способом. А как вязать, я вам все подробно показываю в 3 частях видео мастер-класса. Есть желание связать? Пишите мне в комментариях под этим видео. Хочу связать айсберг, и я вам отправлю ссылку на мастер-класс. Далее будут проекты, связанные спицами. Приглашаю вас на мастер-класс по вязанию джемпера без рукавки. Название проекта «Листья Брунелла». Мастер-класс состоит из 6 видеочастей, где я наглядно показываю, рассказываю, как вяжется джемпер по кругу и без швов. Очень уникальная техника вязания. Мне кажется, вам она настолько понравится, что вы будете продолжать вязать таким способом все вещи. Есть желание связать? В комментариях напишите «Хочу связать листья Брунелла». Приглашаю вас связать джемпер спицами. Название проекта «Карамелька». Можно связать на любой возраст, также на любой размер. Мастер-класс очень подробный, наглядный, состоит из 4 частей. Формат мастер-класса – видео, видеофайлы. В этом мастер-классе я вам покажу интересную технику вязания. Можно связать данную модель джемпера по кругу, прямыми обратными рядами. Мы вяжем с вами без швов. Есть желание присоединиться к вязанию? Пишите. Хочу связать карамельку. И я вам дам ссылку на мастер-класс. Благодарю, что досмотрели весь каталог мастер-классов до конца. Все мастер-классы видеоформат, попетельные, наглядные для начинающих. Есть желание связать? Находите ссылки в описании под этим видео и в первом закрепленном комментарии. Если не найдете ссылки, пишите в комментариях под видео «Хочу связать» и далее пишите название проекта, который вам больше всего понравился. Это не все мастер-классы, которые у меня есть. Каталог будет постоянно наполняться и пополняться новыми моделями. Также я разрабатываю сейчас новую коллекцию по вязанию крючком и спицами. И будем с вами продолжать творить красоту, создавать уникальные вещи своими руками.